Увольнение не приговор. В очередной раз подтвердили в департаменте спорта и туризма региона. Начальник ведомства во всеуслышание обещал принять обратно на работу уволенного своим предшественником директора школы Олимпийского резерва номер 6 Владимира Чугунова. Напомним, без объяснения причин главу спортшколы в одночасье сняли с занимаемой должности. Коллектив школы такая постановка вопроса не устроила в корне. Тренеры и родители написали письма в различные инстанции, от правительства до прокуратуры, обратились в СМИ. В департаменте просьбу услышали, директор займет свое новое старое рабочее место до мая. Тренер и сам виновник разбирательств Владимир Чугунов в ситуации видит второе дно. Мы сейчас в небольшой эйфории, мы практически, можно сказать, выиграли процесс. Но сейчас какие-то слухи идут по поводу собирательств, я не знаю, вымогать из денег на Владимира Александровича начинается. Вот какая-то ерунда начинается, ответная. Обещать не значит жениться, я так думаю. Мы должны завтра встретиться с Зотовым. Надеюсь, что встретимся. И он что-то должен сказать. Но я всегда привык работать по факту. Вот когда есть приказ подписанный, тогда дело сделано. Пока приказа нет, это все пока разговоры.